закусочном отделе одного универмага произошло удивительное событие. Среди чудесных, прекрасно выполненных игрушек появилась коробка с недоброкачественными деревянными игрушками футболисты. На эту коробку совершенно незаслуженно была наклеена этикетка «Первый сорт». Ну и, конечно, игрушки, которые в ней находились, заснулись и повели себя так, что... А впрочем, зачем об этом рассказывать? Смотрите сами, что из этого получилось. Thank you.
Войдите. Секция мягких игрушек вызывает вас на состязание. Орлы, слушайте, секция мягких, пухленьких игрушечек вызывает нас на состязание. Нас, мастеров, какие-то мягкотелые игрушки вызывают на состязание. Ну что ж, придется уважить. Куда? Послать телеграмму. Обойдемся без твоей телеграммы. Пушку! Играем ровно в 10. Разделаем под орех. Капитан футболистов, Чубик, Зазнайка. Мы мировые футболисты, команда первый класс. Мы мастера, специалисты, нет, футболистов лучше нас. Держитесь, жалки, а морзилки, морзилки. Из вас посыпятся опилки. Опилки и труха. Thank you.
Так-так. Кажется, начинает терять голову. Thank you.
ребята, и все. В чем суть картины? Вот вопрос. Ответ немедленно дается. Кто слишком задирает нос, тот часто с носом остается.